В Павлодаре в дорожно-транспортном происшествии с участием чиновника погиб пешеход. Как стало известно, за рулем Toyota Camry в момент аварии находился 38-летний исполняющий обязанности начальника областного управления труда Марат Кабжамитов. Авария произошла в самом центре города. Под колеса машины попал 35-летний мужчина, который скончался через сутки. По информации пресс-службы ДВД, в момент аварии пешеход был нетрезв и перебегал дорогу в неустановленном месте. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителя иномарки санкции суда отпустили под залог. По факту ДТП в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 296 части 2. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд экспертиз. Экспертизы пока не готовы. В качестве представителя потерпевшего признана сестра потерпевшего, которая в настоящее время написала заявление, что не имеет претензии к водителю. Однако следствие пока воздерживается от принятия какого-то либо решения.